На Белоруссии недавно проходила годовина войны 1812 года. Были дискуссии, организовывались конференции. Але эту дискуссию нам навязывают пророссийские историки Беларуси, навязывают пророссийские улады. Потому что с пункту гледжения историков-науковцев это не была никакая айчинная война. Это была франко-российская война 1812 года, арена якой стала Беларусь. У черговый раз по причине своего географического становища. С Наполеоном и ягоной великой армией наши продки связывали многие сподевания. Мещане и шляхта верили в обновление державности и незалежности. Простые селяне сподевались на отмену панщины. Однако вельми хутко стало зразумело, что перспектива вымалевывается далеко не такая привабная, как чакалася. Спустошение, что принесла война 1812 года, были велизными. За час наступления французов только значных битв на наших землях отбылось каля 15. На место российского войска пришло французское, якое так само имкнулося обеспечить себе харчеванием за кошт майомости простых вязковцев. Селяне не дочекались вызволения от прыгону. Почалися бесконцые рабунки и реквизиции. У жнівні 1812 года Наполеон подписал указ, поводле якого белорусские губерни повинны были дать великой армии 528 тысяч тонн збожжа, 100 тысяч тонн овса и 53 тысячи коров. Это погрожало краю сапраўдным голодом. Негледзячы на загад Наполеона судить и расстреливать уласных жаўнераў за рабаўніцтва мясцовага насельніцтва, ситуация ніяким чином не изменилась. Повсюдное мародерство заходніх жаўнераў выклікало у наших селянаў затятую варожасць до французаў. Ранейшие спадзяванні об лепшей долі змяніліся ненавистью и прагай помсты. И здаралася, селяне доволі значно шкодили французам. У жнівні 1812 года 20-тысячны французский гарнизон у Витебску партизаны з ліку мясцовага насельніцтва фактично трымалі у облозе. Это примусило Наполеона накіраваць туды додаткова 10 тысяч воев. И это аккурат перед лёсавызначальной битвой под Бородино. Акты супротиву французам у нас не имели характер национально-вызвольничего змагання, как это было в России, там Лев Толстый писал, дубина народной войны поднялась, а там и гвоздила усіх, покуль не выгнала это нашествие французское. У нас это были акты самообороны. Да и не только селяне, але и шляхта расчарвалася в оккупантах. Диктат военной администрации множил незадоволенность. Але найбольш усведомленне того, что горячие патриотичные помкнения выкрестовываются для набору гарматного мяса у французские легионы. Все это привело до того, что войско Бонапарта, отступаючи в листопаде 1812 года, не знайшло поддрымки не только у селянов и местечев, але и у шляхты. Эта война на Беларуси никому не принесла ничего доброго. Селяне не отримали землю, стратили свою майомость, часто страчивали життё, хворели на эпидемии, помирали в выпадку эпидемии. Катастрофа. Шляхта так само ничего не отримала. Не вернула назад свои майонки, не вернула назад свою державу, Речь Посполитую. А те майонки, которая мела, стратила в вынику конфискации пераможцев российских уладов. Вот приклад Радзівіл. Конфискованный майонток, библиотека
несвійская богатейшая, которая могла стать нашим национальным набытком, вывезенная в Петербург и на ее основе створена библиотека Академии наук. Напевно, не існує ніводної біографії Наполеона, де б не були згадані події коли невеликой білоруської весочки Студенка, що стоїть на березі рачулки Березіна. Тут на протягу нескольких днів з 26 по 29 листопада 1812 года під час отступления Великая армия стратила коля 20 тисяч воїв і фактично перестала існувати. Фінал гэтай крывавай вайны быў прадвызначаны. Пятого снежня 1812 года у местечку Сморгонь Наполеон Бонапарт передает командование рештками войска своему маршалу Мюрату, а сам переопранутый у мундир польского улана, таемно утекая у Францию. Разом со зникнением французов и приходом российцев зникло и Великое князство Литовское. Растаяли быццам и не было спадевы наших продков на обновление своей державы. На наших землях российские войски поводили себе небыто в стане ворога. Неподпорядкование загадам каралось смертью. Наш край знов рабовался. В Петербург и Москву вывозились те магнатские каштовности, что еще застались. Она... Знову захоплених землях Великого князства российские войски поводили себе як на ворожей территории, займаючися гвалтом и рабунками. Славутый командир российских партизанов Денис Давыдов, например, у городни визначився тим, что примушал местных жихаров у костелах хреститься правильно, по-православному. Хто був незгодний, під жорстко карали. Генерал Чичагов вивіз з Нясвіжа у Петербург і Москву 40 вазов культурних каштовностей со зборов радзівілов. Кутузов пропонував імператору Александру I конфіскувати майонки усіх абшарників-літвінов, які підтримали Наполеона. Каб замириться с мясцовой аристократией, Александр на это не пошел, але все размовы про обновление автономии Великого князства Литовского в складе Российской империи были после этого окончатково спынены. Война Российской империи и Франции стала новой трагедией для нашего народа. Жудасная картина открывалась всем, кто проезжал проз наши земли. Разрабованные вёски и города, множество забитых просто на дорогах. Голод и эпидемии забирали життё у тех, кто пережил военное лихолетие. Коли одного миллиона человек. Ось кошт той войны для нашей родины. Войны, что сегодня российцами называется «Айчинная». А для нашего народа стала соправдной трагедией. У выгнании на острове Святой Елены Наполеон пришел до высновы, что причиной его поразы в кампании 1812 года были помилки, зроблені якраз на наших білоруських землях, не стільки військові, як політичні.